Здравствуйте, ребята! С вами Ольга Николаевна. Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня нас ждет таблица умножения и деления на 9. Сначала давайте посчитаем девятками. 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Учим таблицу умножения на 9. 9-ю 0 – 0. 9-ю 0. 9-ю 1 – 9. 9-ю 1. 9-ю 2 – 18. 9-ю 2, 9-ю 3 – 27, 9-ю 3, 9-ю 4 – 36, 9-ю 4, 9-ю 5 – 45, 9-ю 5, 9-ю 6 – 54, 9-ю 6, 9-ю 7 – 63, 9-ю 7, 9-ю 8 – 72, 9-ю 8, 9-ю 9 – 81, 9-ю 9, 9-ю 10 – 90, 9-ю 10. Надеюсь, вы успевали вместе со мной повторять таблицу на 9. Послушайте подсказку для самопроверки. Число 81 записывают цифры 8 и 1, сумма которых равна 9. Запомните, все ответы таблицы на 9 можно проверить. Сумма цифр ответа должна быть равна 9. Например, 9-ю 4 – 36. Сумма цифр ответа 3 и 6 равна 9. Остальные ответы проверьте сами. У водопада 9 Авдеев да 1 Матвей. У водопада 9 Авдеев да 1 Матвей. У водопада 9 Авдеев да 1 Матвей. Прежде чем начать запоминание таблицы деления на 9, давайте посчитаем девятками в порядке убывания. 90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18, 9, 0. Учим таблицу деления на 9. 0 разделить на 9 – 0. 0 разделить на 9, 9 разделить на 9 – 1, 9 разделить на 9, 18 разделить на 9 – 2, 18 разделить на 9, 27 разделить на 9 – 3, 27 разделить на 9, 36 разделить на 9 – 4, 36 разделить на 9, 45 разделить на 9 – 5, 45 разделить на 9, 54 разделить на 9 – 6, 54 разделить на 9, 63 разделить на 9 – 7, 63 разделить на 9 – 72 разделить на 9 – 8. 72 разделить на 9.
81 разделить на 9 – 9. 81 разделить на 9 – 90 разделить на 9 – 10. 90 разделить на 9 – В заключение рекомендую вам познакомиться с таблицей Пифагора. Расчертите такую же таблицу в квадрате 10 на 10 сантиметров, заполните ее самостоятельно и проверьте. Если у вас найдутся неправильные ответы, исправьте их, выделите красным цветом и повторяйте ежедневно, чтобы запомнить правильные ответы. Желаю вам успехов в учебе и жду вас снова на своих занятиях.